Строительство жилья и объектов инфраструктуры, развитие малого и среднего бизнеса, рост заработной платы и долголетие. Такова стратегия городского округа Клин на ближайшие 10 лет. Сегодня перспективы обсудили на публичных слушаниях. На заметке специалистов анализ социально-экономических показателей за последние несколько лет. Стратегия содержит два приоритетных направления. Это социальная сфера и пространственное развитие. Они объединили позиции всех аспектов жизнедеятельности округа. Цель – повысить качество жизни клинчан. Базовая реализация стратегии позволит округу за 10 лет выйти на новый уровень. Основные элементы – действующие муниципальные программы. Подобный документ принимается в округе впервые.